Добрый новый день! Сегодня пятница, 18 августа, я Анна Филиппова. В Чебоксарах царит предпраздничная атмосфера. Еще бы, ведь скоро День города. После нашего сюжета у вас должен остаться всего один вопрос. Как везде успеть? День города – день гордости. Гордости за традиции родного народа, историю трудолюбивых и гостеприимных чебоксарцев, выдающихся земляков, ветеранов войны и труда, юных и талантливых ребят, за каждый сквер и улицу, памятники и здания, реки и деревья, за каждого из нас, ведь город – это и есть мы. В 548-й день рождения Чебоксар нас ждут множество проектов и мероприятий. Вы можете узнать историю своего народа, стоит лишь посетить Всероссийский фестиваль «Тюрки России» или познакомиться с выдающимися земляками и окунуться в эпоху прошлого на большом празднике «Чапай зовет на чай». Чебоксарцы могут проявить себя в творчестве, объявлено более 10 крупных конкурсов. Или окунуться в мир спорта. Кубок России по рыболовному спорту, акватлон, кубок чемпионов, массовая зарядка, парусная регата и не только ждут вас. Артисты мирового и российского уровня приедут в Чебоксары. Барабанное шоу «Васильев Грув», уличный театр «Высокие братья», группа «Браво». Творческий бульвар со всевозможными сюрпризами ждет каждого жителя и гостя. А почувствовать настоящую гордость за любимый город вы можете на масштабной театрализации на Красной площади в 20 часов 30 минут. А потом, конечно же, праздничный салют. Вся подробная информация об этих и других проектах специально для вас собрана на портале Дня города Чебоксары – чебоксары548.ру. Приходите и поздравьте любимый город с днем рождения! ГТРК «Чувашия» тоже приглашает вас на творческий бульвар. С 4 часов на площадке рядом с сельхозакадемией мы вас очень ждем. На площадку на Творческом бульваре в День города 20 августа приглашает чебоксарцев и гостей столицы ГТРК «Чувашия». Мы будем рады живому общению с вами. Организуем для вас интересные фотозоны, проведем конкурсы и викторины, подарим хорошие призы. Встречаемся в воскресенье у Сельхозакадемии на площади Республики с 16 до 20.00. Пятница – это время, когда на киноэкраны выходят новые картины. Что приготовили режиссеры, сценаристы и актеры на этот раз? Телохранитель киллера. Он телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы его. Но работа есть работа. Смертельные враги в прошлом вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Для ребят очередной выпуск «Мульт в кино». 57-й. Лето продолжается. Это все на сегодня. Программа «Новый день» поздравляет горожан с Днем города. Ну а завтра обязательно будет новый день. We'll be right back.